Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости сообщает, что континент превращается в центр производства кокаина. Беспокойство вызывает тот факт, что полиция все чаще обнаруживает и изымает наркотики. Но это лишь указывает на то, что в обороте становится все больше запрещенных веществ. Когда вы изымаете такие объемы, то в глубине души думаете, а сколько же их всего? Если конфискуется так много, значит поступает еще больше. И какой урон это наносит здоровью людей, которые употребляют кокаин? Какой ущерб обществу в плане насилия, в плане коррупции? Торговля сильнодействующими наркотиками в Европе не только подпитывает преступность, это также создает долгосрочные проблемы со здоровьем у наркозависимых и, как следствие, влияет на сферу здравоохранения. И это не только кокаин. Есть героин, есть метилендиоксиметамфетамин или МДМА, которые теперь также продают в таблетках с гораздо более высокой концентрацией, что еще более опасно. Если говорить о последствиях, то, скорее всего, вред здоровью тех, кто употребляет наркотики, будет еще серьезнее.